Всем привет! Это канал Папа Рулит. И сегодня у нас обзор вот такой вот металлической машинки, которая называется Toyota Camry. Ну или как мы все ее называем, Toyota Camry. Моделька выполнена в масштабе 1:24, ее длина 20 сантиметров. У нее открываются все двери, капот и багажник. Для поднятия капота снизу нет кнопочки, как у некоторых других моделей. Поэтому берем вот здесь вот над фарой, например, нащупываем вот такой вот зазорчик и за него подцепляем. Поднимаем крышку капота и видим здесь вот такой детализированный двигатель. Зрители, кто из вас разбирается в двигателях, напишите, какие у него особенности. Может быть, это какой-то супер навороченный двигатель с улучшенными характеристиками. Салон очень просторный и светлый, такой вот комфортабельный. Руль сделан черным цветом, на нем нарисован логотип Toyota. Торпеды с черной вставкой и с оранжевым вот таким вот нанесением. Вот такие вот сиденья. Давайте посмотрим, какой у этой машинки багажник. Открываем багажник и видим, что здесь очень много свободного пространства. Сквозь окошко видно пространство этого багажника. В крыше прозрачное окошко, которое добавляет освещенности в салон и позволяет разглядеть всю детализацию. Задние колеса с инерцией. Давайте посмотрим, что у нее горит и мигает. Вынимаем вот отсюда вот пластиковый блокиратор и нажимаем на передние колеса. Посмотрим на стоп-огни. Стоп-огни заходят вот сюда вот, в бок, видите? На донышке вот такие вот сияющие хромированным блеском элементы выпускной системы. Вот такое вот донышко. Toyota Camry. Также моделька выпускается еще в двух цветах. Красном и бежевом. Вот такой вот красный цвет. Тоже светлый салон. А сверху вот такая вот черная вставка. Оконные рамы, крыша сделаны в матовом черном цвете. Этот черный цвет рифмуется с черным цветом дисков у колес.
зеркала тоже черные. Руль, и вот там вон дисплейчик такой, видите? Дисплейчик. На дисплейчике какое-то разноцветное пятно, не могу разглядеть, что это там нарисовано. Напишите в комментариях, Toyota Camry какого цвета вам нравится. Полностью черная или белая, вот с такой вот черной рамой сверху, черными зеркалами и черными дисками. А может быть, вам понравилась красная Toyota с черной крышей, черными зеркалами и черными дисками. Смотрите другие видеообзоры на нашем канале «Папа рулит». Ставьте лайки и пишите комментарии. Нажимайте колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления, когда мы выложим обзор какой-нибудь новинки. Всем пока!